Картошка с грибами – мое любимое сочетание. Вкусно, сытно и по-домашнему. Друзья, специально для вас обалденный рецепт. Приготовление начнем с основы. Для нее нам понадобится килограмм картофеля, одна луковица, два яйца, немного растительного масла, щепотка соли, черный перец по вкусу и 3 столовые ложки крахмала. Натрем картофель на самой мелкой терке. Чередуйте натирание с луковицей, тогда картошечка у нас не потемнеет. Добавляем соль, перец, яйца и крахмал. Хорошо все перемешиваем. Из полученного теста обжариваем вот такие вот блинчики-драники с обеих сторон. Если сковородка антипригарная, то масло понадобится минимум. На медленном огне распределяем и жарим. И пока жарятся наши картофельные блины, займемся начинкой. Для нее нам понадобится 300 граммов грибов, у меня шампиньоны, пару луковиц, масло для жарки, соль, перец будем брать по вкусу и 2-3 зубчика чеснока, тоже по вкусу. Лук нарезаем кубиком и обжариваем в небольшом количестве масла. Слегка он начинает золотиться, добавляем чесночок. Буквально минутка, чтобы чеснок тоже отдал все свои ароматы. И теперь можно добавлять грибы. Обжариваем грибочки до готовности и до испарения лишней влаги. В конце добавим по вкусу и соль, и перец. И когда все готово, у меня даже и грибочки слегка подостыли, еще понадобится кусочек сыра и пару ложек сметаны. Берем каждый вот такой блинчик и хорошо вот так распределяем начинку. Плотненько заворачиваем. Оп! И рулетик швом вниз отправляем в подготовленную форму. Она у меня вот такая вот для запекания, я ее просто смазал растительным маслом. Обильно вот так вот смазываем сметанкой. Ох ты, как у меня здорово получилось. Духовку я разогрел на 180 градусов. При этой температуре и будем выпекать. Хорошо промазали. Сверху сырок. Запекать будем до золотистой корочки. Начинка у нас готова. Блинчики, драники тоже. Нам необходимо, чтобы все прогрелось, чтобы подать все одновременно. Только что с духовки, друзья, смотрите, как классно получилось. Вот так вот. Много начинки, обалденный драник и сырок. Обожаю такие рецепты. Вроде обычные, простые продукты, но немного фантазии. И вот такая красота у нас получается. Друзья, готовьте, пробуйте. Это очень вкусно и ароматно. Приходите в гости завтра и не забудьте зайти в гости в Инстаграм. Там много личного. Короче, ждем вас каждый день с новым рецептом. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.